$20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags. Hey now, всем привет! Билибили, тролли, белки и кто там вас еще? Короче, вы смотрите Swagman'а. Да, то есть цену 2012. И в этом видео я буду вам рассказывать, то есть мы будем сравнивать вместе Джастина Бибера и Майкла Джексона. Как вы знаете, я где-то меньше года назад снял видео о Майкле Джексоне и о Джастине Бибере. Да, но у меня тогда были очень другие мнения. Но сейчас у меня тоже другие мнения о Джастине Бибере. Я давно его считал педиком, а сейчас нормальным пацаном, достигшийся всего 19 лет. О, да, детка. Так что ж, ребята, давайте сравнивать же их вместе. Давайте сначала поговорим о Майкле Джексоне. Итак, Майкл Джексон стал знаменит уже в 11 лет. Да, но все-таки он был знаменит своей с братьями в группе с братьями, то есть. Да, в группе с братьями Jackson 5. В 11 лет он начал свою карьеру. А сольную карьеру он начал где-то в 25 лет. И где-то в тоже 25 лет он всего достиг уже. А Джастин Бибер? Джастин Бибер что? Джастин Бибер начал свою карьеру в 14 и стал знаменитым уже в 16 лет. В 16 лет он стал уже знаменитым. В 16 лет он спел на самой большой сцене Нью-Йорка. Да, ребята, Майкл Джексон где-то в 30 или под 40 лет он спел. А Джастин Бибер в 16 лет. Представьте себе только. 16 лет парню, и он выступает на большой сцене. Много людей. Когда ты выступаешь только между... На маленькой сцене у тебя мандраж. А представьте у него. Представьте только себе. Это немного стрёмно выступать перед многими людьми. Ты боишься облажаться или еще что-то. Это нелегко, я вам так скажу. Я знаю сам по себе, потому что у меня тоже бывает мандраж, когда я выступаю на сцене. Но когда я уже на сцене, я чувствую себя вольной птичкой. Можно так сказать. Но это я. Есть такие, что боятся, не могут даже выйти на сцену. А есть такие, что на сцене они чувствуют себя лучше, чем даже когда ты идешь куда-то. Или вот, например, Майкл Джексон жертвовал много денег на благотворительные фонды. Миллионы денег жертвовал на благотворительные фонды. Посещал детей, больных и все такое. Он очень любил детей, я вам так скажу. Да. А что, Джастин Бибер тоже не промах? Я прочитал, что... Ну, я так знаю, что... Он пожертвовал 3 миллиона гарантий, 7 миллионов в Японии после крушения, 100 тысяч долларов в бедной школе, 100 тысяч долларов. Все заработки от духов номер один, 60 миллионов долларов пошли на благотворительность. И он заплатил 300 тысяч долларов за лечение от рака своей фанатки. Да, но только из-за того, что он спел песню «Baby», все его ненавидят. И это правда. Сейчас мы сравнили Джастина Бибера и Майкла Джексона. Так что я думаю, что когда Джастину Биберу будет 25 лет, то он будет вторым Майклом Джексоном. Да, и он уже практически как он. Он уже заработал Грэмми, у него уже восковая фигуры много, в разных типа, да, я видел. Но лет 25-30 годам, когда ему будет 25-30 лет, я думаю, что он будет вторым Майклом Джексоном.